было бы. Кому-то три зубки. Да ты посмотри, как оно над головой. Что вы все гоните? Головы прячьте, мы. А то я потом завтра... А то я завтра потом это видео, короче, на YouTube, на очах покажу. Кириллыч, отходите. Это последняя гадкая машина. Да, уже, да, ровно, видишь? А что это такое? Да, я так просто бомба, я тебе говорю. Да я сам в шоке. Он сказал, это с комбайна это поменялся? Нет, эти ремни от комбайна. Маша, слышишь? Вот я сейчас пропущу, я подумал. Знаешь, Саня, выключи камеру. Да, я знаю, да. Ну, волк идет по лесу. А, не смели здесь, не важно. Идет по лесу. И... А, ну-ка. Да ни хрена себе, вот это прикол. Вообще бомба! 79-го года техника, я в шоке. Низко пошел. Я хочу... Пошлите. Обалдеть ты, что я в шоке. Обалдеть. Удивительное рядом, я в шоке. Да. Охренеть! Ветер боковой! И всякая электронная стабилизация! Руками, 23 февраля, это лучший праздник! Я в шоке! Я просто, ну, молодец ты! Смотри, как висит ровненько! То осинка, то... Обжая! Автомат перекос и ха-ха! Вот такую тему надо замутить, и мне больше ничего не надо. А вы что, она поднимает, а? Да конечно, просто сейчас нету. Он сейчас же идет практически на подушке на этой, которая... Ну, ну, ну. Вот это все. Лучший отдых, я думаю. Лучший, Саня, это лучший 23 февраля в моей жизни. Я тебе говорю, это просто кайф. Ну ветер боковой, короче, ну короче. Не, ну Костян, нам нужна, короче, стабилизационная тема по-любому, короче. Нужно прогрессировать. Это технология просто 79-го года. Так летает, летает, Саня, летает. Я не верил, что летит. Блин, просто бомба! Блин, вообще, охренеть! Вот это...